Всем привет! Долгожданный рецепт булочек синнабонов. В теплое молоко добавляем сахар, а также дрожжи, оставляем на 10 минут. В эту смесь добавляем соль, 2 яйца, перемешиваем, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем, добавляем постепенно муку. Формируем тесто и оставляем на час отдыхать. Тесто у нас поднялось. Раскатываем тесто в прямоугольник. Тесто очень эластичное и мягко, хорошо раскатывается. Смазываем наше раскатанное тесто сливочным маслом. Посыпаем смесью сахара с корицей, закручиваем и начинаем делить на одинаковые булочки. Делю я с помощью нитки, это очень удобно и быстро. Далее помещаем на противень, оставляем отдыхать на минут 10, они хорошо поднялись, и отправляем их выпекаться. Тем временем готовим крем. Для крема использовала творожный сыр комнатной температуры, смешала с сахарной пудрой с помощью лопатки, добавила сливки и все это перемешиваем с помощью венчика. Начинаем смазывать наши теплые булочки кремом. И можно их подавать к чаю. Синнабоны получились безумно вкусные, готовятся очень легко, обязательно готовьте. Оставляйте ваших реакций, мне будет очень приятно. Всем спасибо за внимание.